Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Изможденный Вячеслав Зайцев уже который раз пугает многочисленную аудиторию. Мучительный диагноз высосал все соки из звезды и состарил его на несколько лет. Если бы не публикация экс-участника скандального шоу «Дом-2», то многие бы так и не узнали, как знаменитый модельер выглядит на самом деле. Степан Меньшиков обнародовал совместные фотографии с гуру моды и пожелал 80-летнему Зайцеву крепкого здоровья. Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря и принялась обсуждать заболевшего Вячеслава Михайловича. Одни отметили, что несмотря на тяжелый недуг, художник продолжает улыбаться и наслаждаться жизнью. Другие же принялись осуждать состояние Зайцева. Нашлись и те, кто публично перемыл кости модельеру и посоветовал уйти на покой. Меньшиков дал отпор назойливым комментаторам и напомнил о возрасте творческой личности. Ранее сообщалось, что Вячеслав Михайлович страдает от болезни Паркинсона. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.